Вылезайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых. Не скажете мне, кто засунул шило ему в задницу? У нас сроки, неделя. Уже 6 дней. Сроки? Мне нельзя говорить. Встаньте на мое место. Меня удерживает в заперти группа ученых и заставляет целыми днями лежать в какой-то машине. Вы не говорите, что вы ищете и для чего. А я должен быть благодарен за то, что вы сохраняете мне жизнь. Ребята, это полное дерьмо. Иначе не назовешь. И что вы от меня хотите? Подумаем, не знаю. Может, ответов на вопросы? Не могу. И так лучше. Безопаснее. Для кого? Для нас обоих. Эй, у меня есть вопрос, на который вы можете ответить. Какой? Почему люди там иногда говорят так, будто они из будущего? Будущего? То есть настоящего. Как сейчас. А еще вы, вероятно, удивляетесь, почему понимаете языки Святой Земли? Да, я как раз хотел... Анимус переводит речь, чтобы она звучала более-менее современно. Анахронизмов будет немного. Я бы могла сделать речь аутентичнее, но... Вы когда-нибудь читали Чосера? Кого? Да, пожалуй, это не для вас. Расскажите мне об Абстерго. Что здесь делают, ну, кроме того, что держат меня под замком? Абстерго – одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Она специализируется на антидепрессантах. В компьютере есть кое-какие данные. Но вы уже сказали, что это не испытание лекарства. Так что же? Мне не нравится, к чему вы клоните. Значит, я могу предположить, что анимус – это тайна. Что? Вы что, рекламу не видели? Боже, у вас есть чувство юмора? Извините, Дезмонд, у меня много работы. Если вы хотите узнать больше о компании, посмотрите в компьютере. Мы ведем работу в различных областях. Особенно интересен раздел телекоммуникаций. Дьявол, даже не переодеться.
Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Где Люси? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался. Тогда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времен вашего предка прошло тысячи лет, а общество осталось все таким же варварским, все таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким. Не это ли ваша цель, ассасины? Мир во всем? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я все еще не понимаю, при чем здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймете. Или не поймете. Мне все равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Извините, я опоздала. Мы... Да, готовы. Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые в Масиафе. Отлично, Альтаир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Ha!
Великолепно. Работа мастера. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Умри, умри! Понимаю, у тебя много дел. Сфокусируйтесь на цели! Не отвлекайтесь! Что на него нашло? Он кого-нибудь убьет. Точно кого-нибудь шибет. Он точно разобьется. Он что, совсем идиот? Зачем он это делает? Не стоит нет, ему так бегать. Нет, я в порядке. Что это с ним? Что он делает? Если за вами наблюдает встревоженный стражник, вы должны... Thank you.
сюда! أنت تتبع طريق الضلال. لن تفلت مني. Хватит бегать, тебе все равно не уйти. У тебя нет ни малейшего шанса. Ты мне куда дальше? Иди. 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 Да не буду дарить Аширон! Тебе не сбежать! Туриду Антамут! Да не обгадали! Ты проиграл, даже если не понимаешь этого! Это пустая трата времени! Со мной, Аллах! Тебе не победить! Неверный, у тебя нет ни малейшего шанса. Со мной, Аллах. Спаси меня, Аллах. Help me! Help me! Help me! Я! Убейте его! Не дай ему уйти!
Qu'il nous observe en ce moment. Смерть, убийца! Вернись сюда! Тебе не уйти! Как мы могли его упустить? Thank you.
Да! Что еще? Un assassin! Tuez-le! Tu ne peux pas m'échapper! C'est un assassin! Je t'aurai! Assassin! Tu ne m'échapperas pas! Yeah! Ассасин! Убейте его! Вову! Il n'a pas pu quitter la ville, alors restez aux aguets! Un assassin! Je vais te traquer comme un animal! Komm zurück! Ich konnte er euch entlaufen!
Выбрав в бою спрятанный клинок, вы сможете быстро добить врага, которого бросили на землю. Никогда больше так не делай. Ясно тебе сейчас? Я! Пытайся бежать, старик. Все равно некуда. На помощь! Помогите! Кто-нибудь! Я ни в чем не виноват. Зачем ты делаешь это? Да кто ты такой? Смерть за сигнал! Мы все не ляпва! Хватит его! О, Бог! Я умру от смеха! Да я убью тебя с закрытыми глазами! Слишком просто! Я должен избежать от огня! Слишком просто! Тебе конец! Я должен испугаться тебя. Я убью тебя тогда. Ты сам еще
Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Да, ну и времена настали. Черт! Где этот проклятый язычник, который сделал это? Что? Кто это сделал? Кто это? Кто это сделал? Он точно разобьется, и я вовсе не собираюсь ему помогать. Все равно некуда. Тебе запрещено здесь находиться. Ты не монах. Твой бог от тебя отвернулся. Не пытайся бежать, старик. Все равно некуда. Кричи, спокойно. Убийство! Выпусти тебе язычник! Ты заплатишь за... Кого ты? Глупец! Ты не понимаешь, что уже проиграл! Боже! Сюда! Должен убивать людей! Стража! Убийца! Этот человек убийца! Я его вижу! Поймаю тебя! Кто мог сделать такое? Я тебя Да замолчи! Никто не придет к тебе на помощь! Не пытайся бежать, старик! Помогите! Все равно некуда! Кто-нибудь! Да кто ты такой? Ты умрешь здесь, язычник! Ты заплатишь за все! Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Дьявол!
дьявол! Где ты? Я знаю, что ты где-то здесь! Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Кто убил этого человека? Пожалуйста, господин, подайте. Мне нужны деньги. Я бедная, голодная и больная. Я хочу есть. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Нет, умоляю, не уходите, подайте пару монет. Пару монет, я прошу всего лишь пару монет. Умоляю вас, господин, всего пару монет. Слышал про Алина? Лучник, что патрулирует восточное крыло? У этого бедняги брат поймал стрелу в горло. Боюсь, он и ночи не протянет. Как Алин вообще может сейчас работать? Он часто ходит к брату. Я прикрываю его, когда могу. Но сейчас ты не там. Нет, есть семейные дела, которыми надо заняться. Будем надеяться, доктор не узнает о его отсутствии. Не узнает, если ты не проболтаешься. Не бойся. Я буду держать рот на замке. Вас, господин, всего пару монет. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Ее пригородов. Теперь они отступают на юг, умоляя Саладина спасти их. Но он не сделает этого, ибо никому не устоять перед мощью армии короля Ричарда. Бог одарил его своей милостью. Пройдет немного времени, друзья. И эта земля станет нашей, как и должна быть. Будьте сильными, будьте упорными, не сдавайтесь. Ни шагу дальше.
нужны деньги. Я бедная, голодная и больная. Умоляю вас, господин, всего пару монет. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Убирайся, чернь! Ты что, не видел, что я здесь стояла? Альтаир, он преследует меня. Сначала расправится со мной, а потом с моей женой и детьми. Ты пришел меня прикончить? Нет? Похоже, Аль-Муалим все же добрее, чем я думал. Ты мне поможешь? За мной охотится один рыцарь из Ордена Госпитальеров. Если бы ты убил его, то оказал бы своему товарищу огромную услугу. Я был в Акре с тех самых пор, как крестоносцы осадили город. И за помощь могу поделиться с тобой важной информацией. Для меня расхаживать по улицам Акры все еще небезопасно. Возвращайся, когда все закончишь. Я хочу есть. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Пожалуйста, господин, подайте. Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Мне нужны деньги. Я бедная, голодная и больная. Тебе не уйти! Смерть язычнику! Тебе не убежать! Il ne doit pas s'échapper! Tu ne m'échapperas pas! Respirez! Il ne doit pas s'échapper! Если он расшибется, это будет забавно! Ты умрешь здесь и сейчас! Не вставай! Не дай мне уйти! Мы колеем сюда терриблю! Чтобы ты не по-хорошему! Где конец? Давайте по-хорошему! Ты от меня не уйдешь, Томаш! Убийца! Принесите подмогу! Я выпущу тебе кишки! Это будет вовсе не важно! Для меня расхаживать по улицам Акры все еще небезопасно. Возвращайся, когда все закончишь.
здесь произошло? Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Остановите его! Он убийца! Хорошо. Так где ты? Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монет. Волден! Во штексту! Wer ist hierfür verantwortlich? Убийца! Ты мой! О, нет. Это ужасно. Тебе не уйти! Тебе не уйти! Это все, на что они способны? Вернись сюда! Думаешь, сможешь убежать от меня? Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Все кончено. Он мертв. Я так тебе благодарен. Короче, вот что мне известно о гроссмейстере госпитальеров Гарнье де Наплузе. Он позволяет своим пациентам свободно расхаживать по крепости. В его рабочую комнату запрещено входить всем, кроме учеников, а крыши крепости охраняются лучниками. Надеюсь, это поможет тебе отправить Гарнье в ад. Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки!
Умри, вор! Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Ах ты, вор! Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься смертью хоть с тебя, конец! Ты мой! Он думает, что справится с нами. Я не могу! Höre den Zorn Gottes! Du bist mein! Ja! 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 О, судьба благоволит мне сегодня. Лишь Богу известно, что задумали эти ужасные люди. Спасибо, что спас меня, незнакомец. Я расскажу своему мужу о твоей храбрости. Что это было? Убийца на свободе. Что это было?